так идешь по поделке реставрационной Бишапура, идешь, идешь, смотришь, вроде как средневековое все, а потом опаньки, и сразу тебе открывается вход, стены. Ну и, соответственно, мы сейчас-то не спускаемся в подземелье, это просто современный уровень, в том числе и уровень засыпа сплошного. Вон он, тот самый замес, который обычно привыкли. Ух ты! Арка, ну это античка, это в чистом виде античка. Ступени оригинальные, никто их не перекладывал. Они прям сильно-сильно тронуты временем из цельных блоков. Мы сейчас с вами находимся в Иране. Блоки средненькие, сами по себе небольшие. Это, конечно, не сверх какие-то мегалиты. А это вообще что? Это у нас, это окаменелости. Это известняк. Эти блоки выдвинуты, их не стали даже править. И вот мы входим. Вход. У нас опять, соответственно, наш... Ого! Ого! Стандартный размер и общий фон. Так, это центральное. Общий фон – это подземелье. Сейчас подземелье, когда-то не было. Итак, центральная точка. Раз – дверь. Два – дверь. Спуск, он же... Вход-спуск. Здесь же, тут еще водовод предусмотрен. Четыре двери и большое помещение наверх. Ага. Ну, в любую из них можно обойти. Следующая стена подсобранная под шаманина. Так, здесь что с полом? Пол вроде как оригинальный. Дальше идут только два ряда блоков. Дальше стен не осталось. Хм. Необычно. Такого типа. Ну, потолок уже сейчас собрали а-ля арочный в попытке. Ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж. А там что? Пошел-ка я за фонариком, пока никто не видит. Так, сейчас мы достанем фонарик. То есть это подземелье, реальное подземелье, наикрутейшее подземелье. Вот это да! Вот это да, вот это не ждешь, вот это да. Так, арка, арка, ага, ага. Так, здесь был замес, здесь был ход. Ух ты ж, блин, как бы туда залезть тихонько. Ух ты ж, блин. У кого-то слишком узкие двери. Нет, это кто-то слишком много ест. Так, и куда он у нас идет? Ага, кости. Кости. Или не кости. Ой, блин. А тут тоже... И туда идет ход. Узенький, маленький. И дальше заканчивается. Здесь все из вот этой вот... массы, и она, если присмотреться, то тут как будто арка уполовинена, то есть тут уже какие-то трансформации, здесь вообще она закончилась, как будто бы что-то должно было быть, но уже отсутствует. Так. Ой. Сейчас посмотрим, если у нас теоретически должна быть симметрия со всех сторон. Так. Ага. Так, центральный квадрат. Вот что за место и для чего оно? А, недоделанный блок, незавершенность в целом. Линии были неплохие. Понятно, что разъехались. Гладкой поверхности нет, но вот он опять не завершен. А некоторые внутри стен полигональный принцип сохраняется. А как мы видим, вот несколько блоков. Ух ты ж. Так, и здесь мы опять выруливаем через... Тут был вход, его потом закладывали.
Опять полигональные блоки. Здесь заложили двери в никуда, двери в никуда. Показывать не хотят. Дальше подшаманили. И вот здесь как это устроено. Ход туда. И он идет, идет, идет. Здесь все засыпано, забито, забутовано. Ну, к великому сожалению. К великому сожалению. Здесь что? А здесь тоже комната. Все остальное как будто залито, как забутовали. Вот видите, какой это материал. Здесь галечник. Ага, здесь даже открыто было. Они сейчас подшаманили, закрыли. Крышу организовали. И не до... еще попытка откапывать. Да. Так. Пока не погнали, хоть посмотреть, что там. Ничего выдающегося, я думаю. Потому что оно все тут закончилось. Так, ну вот тут стены. Ну, в общем, это подземное. И она уходит куда-то. Почему оно разрушено и почему нет продолжения у центрального объекта, тоже непонятно. Бишапур — место прикольное. В плане очень-очень-очень-очень любопытное. Фух. Иди подсвечу. Сейчас на паузу. Так, это прошли два угла. Да, но только он пробит как-то странно. Но так два угла. Сейчас я еще три-четыре угла хочу обойти. Посмотреть. Странное, мы такого типа просто не видели сооружений. Не, арка уцелела, какая. Ну, в смысле, была арка, да, 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 да. И все. Остальное она же не рухнула. А куда вот эта стена пропала? Она же сама, ну куда она улетит? Ну вот стоит стена, это никуда не должно улететь, если ее нарочно не разобрать или не разнести вообще напрочь. Потому что они ее разобрали и из нее что-то... Что-то делали. Да. Ну, похоже, что они переделывали. Вот там вот тоже явно древний наверху. Да. Вот тяна. Вот тяна. Какое огромное помещение. Так. А все заложено. Ша. Уже никто никуда не идет. Маленький ходик. Понятно, никаких плитах речи не идет. Накидали здесь битый камень. Угу. И здесь аналогично. Фрагмент стены, нулевая стыковка. Вот этот двор, ох ты же, ох ты же. Ну, это да, объект неожиданно интересный. Ну и вот, знаете, что-то попахивает мне прям ходами Египта. Попахивает. А здесь как будто каналы, оно приподнято, как будто каналы, либо еще не докопано, еще непонятно. Здесь крепление двери. А, да, водовод. Здесь была везде вода. Правильно, выделено. И здесь, похоже, и здесь закрывали, чтобы удерживать воду. Наверное, где-то там. Угу. Сейчас посмотрим, есть ли у нас аналогичные структуры. Ну, вот тут фрагмент, если посмотреться, если присмотреться, фрагмент декора античный, хотя вот этот, эта форма над воротами, она опять что-то между Египтом, да. Так, да уж, да уж. И вот сейчас я просто хочу сверху показать. Как это выглядит вообще сверху. Ох, вот сверху мы
что называется, чтобы никто не догадался. Вот он квадрат. Ага. Ой, какой высокий. Какая крыша была, как дальше обустроено. И вот занос полностью по нему. Они сейчас откопали. Сверху стоял еще пару метров структура. Занос тоже понятно. Опять камень, битый камень. Керамика, разумеется. Керамика, ну, какие-нибудь костяшки, если поискать. Да. Интересно. Бишапур, Иран. Персия. Удивительно.